Что делать, если обосрался? Нашла ответ на youcrazy.ru. Слушайте, при этом вести себя надо естественно, чтобы окружающие не заподозрили, что вы обосрались. Твою мать! На телефон, что ли, наехала? Ты не видела мой телефон? Может, выпал, когда выходил из машины? Нет. Какой телефон? Потерял, что ли? Туалетная бумага. Когда ее дохера тратишь на всякое дерьмо, а как только заканчивается, дорожишь каждым ее кусочком. Знаком, как зовут тебя, брат? Руслан. Руслан, Максим меня зовут. Максим, если что-то тебя кто-то напрягать будет, да, вот в этом районе. Давай телефон обменяемся, Рус. Зачем? Ты ментам просто звони, и все, мне зачем ты звонишь? Как ментам? Хочешь, я тебе что-то покажу, никому об... А я кого-то сейчас вот этим отхожу. При рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Вы, наверное, все видели этот тренд, что если провести зарядкой туда-сюда по стене, то она прилипнет. Как? Как такое возможно? Вот так, блядь, вот так! Тюмень, рыбалка. Верблюд. Верблюд. Даже не знаю, что все эти бабы в тебе находят. Ты же индюк надутый. Зато какой красавец. Пи-пи-эпи. Сыпи-кири-ба-джон. Пожалуйста, я отработала. Да, ты точно отработала. Отработала. Господин директор, я тоже отработала. Да, ты тоже отработал, сынуля, бля. Фу, какая гадость это. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know. Папа, а что такое тонкий намек? Не знаю. Слушай, ну разную. А ты какую? А я Моргенштерна.
Прикольно, прикольно. Ладно, собирайся, пора ехать. Куда? В детдом, куда? Моргенштерна, слушай. Для тех, кто любит лайфхаки в интернете, вы знали, что если взять одну 5-рублевую монету и одну 2-рублевую и поставить их на лодке вот таким вот образом, и в течение минуты делать вращающие движения, то вы уже буквально через 10 секунд вы почувствуете себя таким долбоебом. Да что с тобой произошло? Я женщина, мне не нужен повод, чтобы ебануться. С одной стороны, это фантастика. Вокруг тебя красивые женщины. С другой стороны, ужасно, когда они начинают... беременеть. Мишань, у меня на телефоне зарядка села. Могу ли я через твой позвонить? Прям срочно нужно. Что позвонить? На ушку. На ушко? На ушку есть? Да. Извини, не отвлекайте. Нормально все? Алло, здравствуйте. Так, это не ваша дочь? Я вот встретил ее на мешках. Не слышно. Я вот встретил вашу дочку в Бишкек-парке и хотел бы с ней погулять. Вот. Ты серьезно маме позвонила? Да. А что? Я же с ней сижу уже. С ней? Да. Она здесь? Да, она здесь. Она... Хуйтата лар, то дехана буилере, капремонт хуйтата. То дехана хуйтан, барате тендер умур бупут, он хачи нигиле кальбите, он барате хуйтан. А то хуйтата вот, бли, отопление то дехана хуйтата. Хорох джоннер хухтар, хорохтар баллар, демонтаж, монтаж хуйтан. Бара не спите, олигин, бу хатур дехана хуйтан, барате тендер умур бупут. Кайф! Чё почём? 40 тысяч. 4 тысячи? 40 тысяч. 40 долларов? 40 тысяч. А, ага. А можно мне вон ту заценить? Озвучено резвидео. Жмай. И подписывайся. Сколько? 400 баксов. 400 чего? Баксов, 400 баксов. А можно ту посмотреть? Ух! А за эту сколько? Но вы ничего не надели. Ага, так, а сколько? Получается, что бесплатно. Класс, можно мне пакет? Конечно. Класс. Удачная покупка, спасибо, чувак. Ё-ма, сейчас опять стекла повылетают. Что ж ты робишь-то? Сдурил, блядь. Ты как жвачка из-под парты. Тебя постоянно отодрать хочется. Что, поняла теперь? Да. Папа-па-па! Папа-па-па-па! Папа-па-па-па!
Петя, он к тебе идет. Петя, он уплывает? Шерхан, иди. Ё-моё! Ну да, тут уже трудно поспорить, что она не наручник. Батон не свежий. Батоны охуительные, в один сок привозят 20 рублей. Как считаешь, он сдох? Если честно, то я считаю только до 5. Being confiscated. Я штрафую вас, вы не поедете в Россию, понятно? I don't speak Russian. Непонятно, да? No. I don't speak English. No. Жука нашел какого? Игрушка какая-то. Что это? Take me to Neverland.